Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Metallo Corpus MSI MPG Velox 100P Airflow, который поддерживает установку материнских плат вплоть до формата EATX, а также позволяет разместить внутри себя крупноформатные комплектующие и системы охлаждения. И давайте, как всегда, начнем знакомство с его габаритов. Они у данного корпуса, с учетом всех выступающих частей, такие: длина 478, ширина 230, высота 490 мм. На верхней панели сразу же бросается в глаза металлическая накладка с множеством крупных вентиляционных отверстий, и это не что иное, как пылевой фильтр, который крепится к корпусу на два достаточно мощных магнита. Чтобы его было удобнее поднять в панели и на самом фильтре, имеется специальная выемка. Под фильтром находятся вентиляционные отверстия в виде пчелиных сот и продолговатые посадочные отверстия, в которых можно закрепить 320 или 240-мм вентилятора. Также здесь поддерживается установка радиатора из жива вплоть до 360 мм. И в данном случае расстояние от верхнего края материнки до верхней панели здесь этому положительно поспособствует. Кнопки и разъемы встроены вдоль правой грани верхней панели. Здесь присутствуют кнопка управления подсветкой, один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C, два разъема USB 3.2 Gen 1, аудиоразъемы для подключения микрофона и наушников, индикаторы активности накопителя и питания, а также кнопки перезагрузки и включения. Передняя панель крепится к шасси корпуса на стандартные защелки, которых здесь по 4 штуки с каждой стороны. Рамка пластиковая, а центральная часть — это металлическая решетка с крупными отверстиями. Пластик рамки по ощущениям толстый и крепкий. По бокам в ней имеются дополнительные вентиляционные отверстия, которые изнутри прикрыты металлической сеткой с довольно крупными ячейками. Сетка крепится к раме при помощи трех винтов. За вот этими пластиковыми крышками находится светодиодная лента, и, как вы уже могли заметить, провода от этих лент подключены к вот этой контактной площадке, а на шасси корпуса имеется ее ответная часть, которая подключена к комплектному RGB-контроллеру, о котором мы поговорим немного позже. И, как по мне, это отличное решение. Так можно регулярно снимать панель для чистки, не боясь повредить провода, идущие к лентам. Тем более, что на передней части шасси корпуса имеется вот такой противопылевой фильтр на магнитах, который тоже нужно будет чистить регулярно. На передней части шасси корпуса предустановлены три 9-лопастных 120-мм вентилятора без подсветки. Что за модели и на каком подшипнике выполнены, информации нет. Толщина рамки 25 мм. Демпферы по углам присутствуют с обеих сторон. Судя по показаниям контроллера, их максимальная скорость находится в районе 1200 оборотов в минуту. И при этом они оказались достаточно тихими. Коннектор питания трехпиновый, длина кабеля от рамки до коннектора 540 мм. Для последовательного соединения этих трех вентиляторов и затем подключения их к материнке на один разъем, в комплекте предусмотрен вот такой трехразъемный сплиттер. Его общая длина 310 мм, расстояние между разъемами 90 мм. В общем, на шасси корпуса спереди возможна установка 320 или 340-мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240, 280 или 360 мм. Этому поспособствует расстояние от передней части корпуса до начала крышки кожуха, которая здесь составляет 65 мм. За счет большого объема в корпусе здесь можно одновременно разместить один 360-мм радиатор сверху и 320-мм вентилятора спереди или наоборот. На задней панели имеется посадочное место под один 120-мм вентилятор или радиатор СЖО. Отверстия для крепления дают возможность небольшой регулировки по высоте. Как видно, здесь уже предустановлен четвертый 9-лопастной комплектный вентилятор. По толщине рамки, демпферам, длине кабеля питания и скорости вращения он идентичен передним вентиляторам. Только он уже с RGB подсветкой. Информации, что за модель и на каком подшипнике выполнен, также нет. Коннектор подсветки стандартный трехпиновый. Длина кабеля от рамки до коннектора 540 мм. От него на расстоянии в 100 мм находится разъем, который позволит соединить с ним совместимый вентилятор или ленту последовательно. 7 горизонтальных заглушек для видеокарты и периферии съемные. Все они имеют перфорацию в виде пчелиных сот. Блок питания здесь располагается в нижней части, и отверстие для его крепления позволит разместить его вентилятором вверх или вниз. Высота ножек корпуса 20 мм. Основа у них металлическая, а нижняя часть резина. Вентиляционные отверстия под блоком питания крупные. Они прикрыты быстросъемным пылевым фильтром на пластиковой рамке. Также здесь видны крепежные винты и крепление съемной корзины для накопителей. Левая боковая панель — это слегка притонированное закаленное стекло толщиной 3 мм. Панель выполнена по типу двери, так что можно быстро получить доступ к внутренностям вашего ПК. Для удобства открытия на панели закреплена пластиковая ручка. При необходимости панель можно снять без особых усилий. Так выглядит металлическое крепление петель на корпусе. А это ответная часть крепления на самой панели.
Для фиксации панели используются два магнита с наклеенными на них резиновыми проставками, дабы не царапать ответную часть на корпусе. Блок питания закрыт кожухом, в нем сбоку вырезано демонстрационное окошко. Также здесь видна светодиодная полоса. Она также, как и вентилятор и полосы с передней панели, подключена к 6-портовому RGB-контроллеру, который закреплен на обратной стороне поддона для материнки. Вот этот разъем на контроллере предназначен для кнопки LED с верхней панели. Подключается контроллер к блоку питания через разъем SATA. Длина этого кабеля 300 мм. Также поддерживается синхронизация с материнской платой через вот этот кабель, длина которого также 300 мм. Для того, чтобы переключить контроллер в режим синхронизации с материнкой, нужно удерживать нажатой кнопку LED на верхней панели кейса в течение 3 секунд. Для полного отключения подсветки кнопку LED нужно будет удерживать в районе 6 секунд. Режимов подсветки у контроллера достаточное количество. Сверху на кожухе имеется множественная перфорация и места для установки трех 120-мм вентиляторов, о которых нигде в спецификации не указано. Ближе к поддону имеется три отверстия с резиновыми заглушками для кабель-менеджмента. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX, Micro ATX, ATX и Extended ATX. Для их крепления в комплекте идут 10 стоек, 9 из которых уже вкручены на свои места, а еще одна лежит в пакетике с дополнительным крепежом. Кстати говоря, вот так выглядит весь комплект. Как вы могли заметить, здесь есть кронштейн для вертикальной установки видеокарты. Причем закрепить в нем можно даже крупные видеокарты, выполненные в трехслотовом исполнении. К кронштейну имеется отдельный набор крепежных элементов. Жаль, что райзер к этому комплекту не предусмотрен и его придется покупать отдельно. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве, и практически все они закрыты резиновыми заглушками. Ближе к передней части есть дополнительные вентиляционные отверстия и места для установки двух 120-мм вентиляторов, или радиатора ИСЖО на 120 или 240 мм. Правда, вот эти вертушки при этом придется перенести и закрепить снаружи передней части шасси корпуса. Для установки видеокарты расстояние от края до края равно 400 мм. При установленных с этой стороны вентиляторах расстояние от края до их рамки уже будет 375 мм. И даже если с этой стороны будет установлен стандартный радиатор ИСЖО с закрепленными на нем вентиляторами, то здесь останется 348 мм, а это дает нам возможность разместить здесь любую актуальную на данный момент видеокарту. Если же радиатор с вентиляторами будет размещен на боковой части поддона, то видеокарту длиннее 270 мм здесь уже разместить не получится. Кулер для процессора можно установить высотой до 175 мм включительно. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 25 мм свободного пространства. Правая боковая панель ровная, крепится на два винта с накаткой, которые не выпадают из своих посадочных мест после выкручивания. Небольшой выступ для облегчения демонтажа на боковой грани панели присутствует. Вентиляционные отверстия в панели крупные. С обратной стороны их полностью перекрывает пылевой фильтр на магнитах. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,8 мм. В месте установки блока питания предусмотрены две длинные мягкие полоски, которые здесь играют роль демпферов. В таком положении корзины для накопителей имеем 230 мм пространства, чего должно хватить для установки большинства стандартных блоков питания. Корзину можно передвинуть ближе к передней панели, и тем самым вы получите уже 260 мм свободного пространства. Корзину, понятное дело, можно убрать, если она не будет использоваться. В корзине можно разместить два 3,5-дюймовых или 2,5-дюймовых накопителя. Резиновые демпферы имеются только на внутренней части пластикового лотка. Еще два 2,5-дюймовых накопителя можно разместить на вот этих быстросъемных рамках. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. Помимо большого количества выступов для крепления кабелей на поддоне, здесь дополнительно предусмотрено три фирменные многоразовые стяжки. Что хочу сказать в заключении. По сборке комплектующих в данном корпусе у меня никаких вопросов не возникло. То же самое я могу сказать и о кабель-менеджменте. Шасси у него крепкое и вместительное, с продувом проблем нет. Места внутри достаточно даже для габаритных комплектующих. Внешние порты и кнопки, как говорится, на любой вкус и цвет. Фильтры везде, где нужно, присутствуют. Внешний вид кому-то зайдет, кому-то нет, но лично мне он понравился. Выглядит достаточно необычно и брутально, особенно в полностью собранном виде. Левая панель дверца порадует владельца быстрым доступом к внутренностям ПК. И лично мне нравится, что у него есть возможность вертикальной установки видеокарты. Жаль, конечно, что в комплекте нет райзера, и передние вентиляторы могли бы быть с RGB подсветкой. Стоимость этого корпуса на данный момент $165. Много это или мало, решать только вам. Я же от себя постарался максимально подробно рассказать про этого громилу и надеюсь, что эта информация хоть кому-то пригодится и поможет в выборе. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, было интересно и полезно. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Также подписывайтесь на мой Instagram, ссылка на него есть в шапке канала. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!